Начинаем вязать ножки, точнее туфельку начинаем вязать. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставлю маркерную нить. И начиная со второй петли вяжу 3 столбика без накида. Один, два, три. И в последнюю петлю вяжем 3 столбика в эту последнюю петлю. Один, два, потеряла петлю. Три. Три столбика в одну петлю связали. С другой стороны вяжем 3 столбика без накида, то есть как бы в другую сторону. Один, два. Вот здесь мы захватываем нить, хвостик, который остался. Три. И в последнюю петлю вяжем опять 3 столбика без накида. Один, два и три. Вот эту нить можно отрезать. Вяжем второй ряд, точнее третий ряд. Вяжем 3 столбика без накида. Один, два, три. Вот там, где мы вязали 3 столбика в одну петлю, вот и в эти 3 петли вяжем 3 прибавки. Одна прибавка, вторая прибавка и третья прибавка. И опять вяжем 3 столбика без накида. Один, два, три. И в этих 3 петлях вяжем опять же 3 прибавки. Давайте самостоятельно довяжем и встретимся. Так, у нас получилась вот такая подошва. Нам нужно придать жесткость нашей подошве, поэтому вырезаем такие стельки по размеру этой подошвы. Обводим подошву и вырезаем на миллиметр меньше, чем сама подошва. Давайте самостоятельно это сделаем. Смотрите, мы вырезали подошву. Вот она какая. Я вырезала из очень толстого, не толстого, а очень плотного картона. Вы можете вырезать из картона, из пластика, из того, что у вас есть под рукой. Далее продолжаем вязать. Это у нас уже будет 5-й ряд. Этот ряд будем вязать за задние полупетли. У нас по периметру 18 столбиков без накида. Смотрите, вот у нас есть передняя полупетля и есть задняя полупетля.
мы будем вязать только этот ряд, вот только за задние полупетли, вот за эти полупетли. Вяжем по периметру 18 столбиков без накида. Без прибавок, без убавок, за задние полупетли. Давайте самостоятельно довяжем ряд. Вот у нас что получается. Давайте довяжем и встретимся. Так, это у нас был не пятый, а четвертый ряд. Мы довязали. Вот у нас уже такая обувь такая получается. Следующий ряд тоже будем вязать без прибавок, без убавок. 18 столбиков без накида. Уже за полностью, не за полупетли, а полностью за петлю. Давайте самостоятельно свяжем 18 столбиков без накида и здесь встретимся. Ряд довязали. Вот у нас уже почти формировалась обувь. Сейчас мы будем вставлять нашу подошву. Будем приклеивать к нашей обуви стельку. Стельку вот эту вот. У меня это супер клей. Там капельки у меня уже остались. Вы можете использовать любой клей, который у вас есть. Так, кажется, у меня уже нет клея. Нет, все-таки выдавила капельку. И эту подошву аккуратненько вставляем в обувь. Так, хорошенько прижимаем. Вот у нас уже такая плотненькая стелька получилась. Продолжаем дальше вязать. Это у нас уже будет шестой ряд. Шестой ряд вяжем по рисунку 2 столбика без накида. Вяжем 2 столбика без накида. 1 и 2. Далее вяжем 5 убавок. Вяжем таким образом. Захватили. Захватили из 2 петель. И за раз провязываем. Одна убавка. Вторая убавка. Третья. Четвертая. Пятая убавка. И далее вяжем. Осталось у нас 4 столбика без накида. Вяжем самостоятельно до маркера. Но не 4 столбика без накида, а 6. 6 столбиков без накида. Вяжем до маркера. Смотрите, какая у нас балетка такая получилась уже. Продолжаем вязать. Вяжем по рисунку 4 столбика без накида. 1, 2, 3. Вяжем убавку, 2 убавки вяжем,
одна убавка. Вторая убавка. Далее вяжем столбики без накида до маркера. Один, два, три, четыре и пять. Последнюю петлю, пятую, вяжем не 5, не столбиком без накида, а вяжем убавка. То есть вяжем в этом ряду 4 столбика без накида, 2 убавки, 4 столбика без накида и 1 убавка. Вот убавка. И у нас по периметру должно получиться 11 столбиков без накида. Сейчас будем менять цвет на телесный. Наши тапочки уже готовы для этого. Последнюю петлю провязываем новым цветом, телесным цветом. Провязали. И далее вяжем за задние полупетли 11 столбиков без накида. То есть я вам уже показывала передняя полупетля и задняя полупетля. Вот у нас за задние полупетли будем провязывать нить. Синюю нить оставляем с лицевой стороны, выносим на лицевую сторону. Она нам еще понадобится. Давайте вяжем за задние полупетли 11 столбиков без накида. 1, 2. Давайте самостоятельно довяжем 11 столбиков за задние полупетли. Вяжем 9 ряд. 11 столбиков без накида, как обычно. Давайте самостоятельно довяжем и встретимся. Наполняем ножку нашей принцессы. Смотрите, какая у нас получается ножка. Теперь давайте вот синей нитью разберемся. Мы будем обвязывать вокруг обуви вот так вот за те петли, которые у нас остались. Помните, мы здесь вязали за задние полупетли, значит, передние полупетли у нас остались. Поэтому делаем соединительные столбики в петли, которые у нас остались. Смотрите. Таким образом. Вот что у нас получается. Такая косичка. Давайте до конца сделаем этот ряд и встретимся. Так, сделали последнюю петлю, закрепляем нить
отрезаем. И прячем с помощью крючка. Все, спрятали. Смотрите, какая у нас получилась симпатичная косичка. Продолжаем вязать. В следующем 10-м ряду вяжем 10 столбиков без накида и прибавка. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10 и прибавка. Это у нас был 10-й ряд. Следующие 2 ряда вяжем без прибавок, без убавок, по 12 столбиков без накида. Это у нас 11-й и 12-й ряды. Вяжем по 12 столбиков без накида. Давайте самостоятельно свяжем и встретимся. Смотрите, ряд довязали. Постепенно наполняем, по ходу вязания наполняем ножку, чтобы она у нас была плотненькая. Это у нас будет 13-й ряд, который мы вяжем. Далее мы вяжем без прибавок, без убавок. С 13 по 21 ряд по 12 столбиков без накида. То есть всего у нас получается еще 9 рядов. Мы вяжем по 12 столбиков без накида телесным цветом, цветом тела. Вот, давайте довяжем 9 рядов и встретимся. Так, 9 рядов мы довязали. Меняем цвет на цвет трусиков. В нашем случае это будут панталоны. Как всегда, не довязываем последнюю петлю. Здесь делаем петельку. И оставшиеся 2 петли провязываем этой петелькой. Далее вяжем 2 ряда без прибавок, без убавок, белой нитью. Давайте самостоятельно довяжем 2 ряда. Два ряда мы довязали. Делаем соединительную петлю. И закрепляем нить, отрезаем. Вот эту нить тоже отрезаем. Эти два конца завязываем в узелок на всякий случай. Аналогично вяжем второй такую же вторую ножку. Правую, это у нас будет левая нога. Мы сейчас вяжем правую ногу. Но нить здесь не отрезаем, не делаем соединительного столбика и нить не отрезаем. Давайте самостоятельно свяжем и встретимся.